Новосибирск, автосалон «Макскар». Представляем вашему вниманию четырехосный низкорамный трал «Телескоп Биттер» 2018 года выпуска. Трал произведен в Российской Федерации в городе Челябинск. За все время эксплуатации у трала один собственник. Трал в хорошем состоянии. По раме, по настилу, по силовым элементам абсолютно целый. Стоимость 3 199 тысяч рублей. Грузоподъемность данного трала 50 тонн. Собственный вес 14 тонн. Длина погрузочной площадки в транспортном положении 11200. Высота погрузочная 900. На заднем свесе установлены механические упоры, отверстия подконники, крепежные кольца как по бокам, так и посередине, крепление под контейнерные фитинги, настил на трале металл плюс дерево, настил в хорошем состоянии, 4 оси, 3 оси Гронекс, 4 ось РОР, 1 ось подъемная, 4 ось поворотная, двускатная шиновка, резина 235 на 75 на 17,5, подвеска пневматическая, общий остаток резины 40%, пневмосистема ВАПКО. Также предусмотрены выдвижные уширители, расширяющие погрузочную площадку до 3 метров. Трал раздвижной, длина погрузочной площадки в раздвинутом состоянии 16200. Длина погрузочной площадки на гусаке 300. Также предусмотрены съемные металлические борта. Лапы ЙОСТ. Трал предназначен для эксплуатации тягачом колесной формулы 6х6. Трал полностью укомплектован. Запасное колесо, противооткатные упоры, выдвижные знаки не габарит, приставные алюминиевые трапы. Данный трал в наличии. Осмотр трала по адресу: Новосибирская область, поселок Садовый, улица Пасечная, дом 10. Приобретайте грузовую технику в автосалоне «Макскар».